Две игровые площадки для детей ясельного, дошкольного, младшего и среднего школьного возрастов с песчаным покрытием. Площадка для настольных игр с теннисным столом, а также зона с тренажерами. Теперь в микрорайоне Галанина занятие найдется для любого. Раньше тут была просто земля, вот не кататься, ничего, только на дороге. На дороге машины ездят. Вот. А вот сейчас тут асфальт, можно покататься там на самокатах, на велосипедах. Здесь очень весело, прикольно. Хорошие качели. На игровых площадках предусмотрены элементы для их использования маломобильными группами населения, благоустроенная зона отдыха для родителей. На каждой из площадок установлены скамейки и урны. В Галанино много молодых семей с детьми. Для них открытие такой площадки – настоящий праздник. Детям радость какая. Вот я своего ребенка сюда привела, она уже все везде обошла, все везде потрогала, покачалась, ей очень нравится. То есть мы будем тоже теперь сюда ходить. Преображение сквера в микрорайоне Галанина стало возможно благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В рамках его реализации на благоустройство территории из федерального, регионального и местного бюджетов выделили более 5 миллионов рублей. Сейчас завершился первый этап создания площадки. Посажен, значит, газон, который мы еще будем, так сказать, подсаживать для того, чтобы здесь все было зелено и было приятно глазу. Второй этап, он тоже будет значительный. Здесь также будут установлены дополнительные элементы. Здесь будет смонтировано твердое покрытие. Всего в этом году в рамках нацпроекта в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 миллиарда рублей. Екатерина Васильева, Время новостей.